Управление административно-технического контроля продолжает снос незаконно установленных построек в Магадане. В прошлом году силами сотрудников ведомства с городских территорий убрали около 350 строений. Сегодня не стало ограждения озеленений, высаженных жильцами дома по улице Флотской. Место под окнами первого этажа было облагорожено и обнесено забором из решетки и металлических прутьев. Работники КЗХ разобрали данное сооружение, а мусор вывезли на свалку. Освободившаяся территория будет благоустроена в соответствии с планами развития столицы Колымы. В данный момент сносится незаконно установленное капитальное строение, ограждение, на которое был собран материал, доказывающий его незаконность. Данные работы проводятся в целях благоустройства дворовых территорий города Магадана для последующего их обновления. То есть на данном месте планируется постройка нового, более удачного, более защищенного строения, соответствующего всем нормам, а главное, узаконенного. Прежде чем поставить то или иное сооружение на муниципальной земле, необходимо обратиться в департамент СОТЭК мэрии Магадана за разрешением и арендовать землю. Постановление о демонтаже незаконных построек публикуют на сайте городской администрации. Объявления о сносе размещают и на самой конструкции. В случае, если на момент сноса о правах на самовольную постройку и на ее содержимое никто не заявляет, то они отправляются на ответственное хранение. На сегодняшний день Магаданской административно-технической инспекции собрана документация на снос самовольных ограждений по 13 адресам Магадана. Это улицы Наровчатова, Кольцевая, Приморская, Марчиканская, Якутская, Пролетарская и набережная реки Магаданки. По словам специалистов, такие операции по утилизации сейчас осуществляют по всей России.